И привет, друзья! И вы находитесь на канале Китая в топе. И у нас очередная посылочка из Китая. Вот такой вот пакет пришел. Сейчас мы его проверим. Что у нас здесь? Здесь у нас конверт в пупырке. Пупырка в пупырке. И в пупырке у нас коробочка. Вот такая коробочка, вроде как по ферме. Видите, для балалайки что-то у нас хам... Звукосниматель для электрогитары. Так, здесь достаем. Ёб твою налево. Что-то уже посыпалось. Так, что у нас здесь? Made in China коробочка. Бренд. Вроде как уже брендированный хороший магазин зарекомендовал себя. Так, распаковываем, смотрим. Ух ты, ёшки-ху. Два магнитика. Вот такие вот. Две симпатичные фигурины. Черные точечки на белом фоне. Итак, друзья, продолжаем дальше наш обзорчик. Так, у нас в комплекте пришли винтики. Такие с винтиками, с пружиночками. Так, намеряем. Должны подходить. Не должны подходить. Вот так у нас пойдет. Не нарежем рыбу. Вроде как подходит. Отлично. Пошла, пошла. И пошла гулять. Есть. Это есть. Здесь еще пружиночки есть какие-то в пакетике. Так, это, видать, сюда вставляются пружиночки для фиксации. И утягиваются. Винтики-то все вставлены. Есть два таких этих. Один с обозначением NEC. С обозначением бридж. То есть у них разные сопротивления. Кстати, вот у нас опять же берем наш тестер. Замеряем показания. Берем землю, берем выход. 7,4, грубо говоря, килоома показывает. Это у нас на неке. И на бридже, опять же, зеленый, этот, получается, 14 кВт у нас показывает. Вот такой вот у нас получился небольшой обзорчик по данным устройствам, механизмам для электрогитары. Так что, друзья, используем кэшбэк-сервис EPN, экономим свои денежки, выводим на карту, либо же на электронные кошельки, либо другие виды оплаты, которые есть у данного сервиса. От вас что, ребятки? По лайку, комментарий напишем по этому поводу обязательно. И также подписываемся на канал. С вами был я, Александр.